И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, Кузя, Анюта, что подлагивает-то так? Анютка, Нискоримчик, гильдия воров, и мы продолжаем наши приключения. В предыдущей серии нас снова обломали. Помню, я все-таки в Солитюде что-то не сделала, да? Я не помню. Ничего не помню. Вот, честно, эти перерывы напрочь выедают всякую память скайримовскую. Да, это странно прозвучало, ну да ладно. Я проснулась полчаса назад, я ничего не соображаю, поэтому простите меня, но в этой серии мы будем тупить. Так, куда иду? Где выход? А, вон он, точно. Я опять налево пошла по привычке, как в ту сторону. Я же говорю. Конечно, давай поболтаем. Таким обреченным голосом, конечно, давай поболтаем. Знаете, вот я обычно так же маме говорю, когда она заходит 10-й раз подряд в комнату. Да, конечно. Так, что у нас в планах? Я ничего не помню. Я извиняюсь, я не знаю, но... Я думаю, все понятно, да? Это не уважение к вам. Я просто только что проснулась. Вот и все. Я тоже человек. Так, да, что я хотела? У нас есть честность, кража. А, да. О, кстати, надо туда зайти, наверное. Ой, надо было, наверное, сперва получить этот чертеж. Ну ладно, мы его получим, когда вот это будем сдавать, тогда сдадим и этот. Три камня, найти сокровище, спорчка. Да. Можно, кстати, не знаю, получить это сокровище. Это, скорее всего, будут вот эти вот доспехи печати смерти. Я не знаю, они мне не очень нужны. Если уж честно. Даже не знаю. Три стержневых корня. Орёк Юргена. Кстати, ха-ха-ха. Ладно. Я и забыла, что у нас еще основная ветка не пройдена. Вообще забыла, прикиньте. Я такая уже, главное, сидела вот после предыдущей серии. Такая думаю, ну ладно, скоро заканчивать уже Скайрим. Конечно. Ладно. Так, хорошо, что у нас тут тогда еще есть. Блин, вот эти камни барынди, они мне... Лунный сахар. А, я не помню, куда отнести. У нас, по-моему, нету этой формулы еще. А, кстати, кулоны. Хотя это, по-моему, бесконечное. Задание. Хорошо, что у нас есть из ближнего. Отлично. Туда и пойдем. И у нас выход. Я хочу как-нибудь выйти так, чтобы неважно в какую сторону. Пойдемте туда. Эх! Боже, как она? Как она мне нравится, кто бы знал. Постой! О, господи, все ты меня... Конечно, ты меня знаешь. Я практически без двух минут король гильдии воров, на которой этот город держится. Конечно, ты меня знаешь. О чем вообще речь? Ладно, выйдем тут, так уж и быть. Замечательно. Боже, нам же еще основную ветку. А я что-то уже так расстроилась после этого Драгонборна. Думаю, блин, все пройдем, что-то. Действительно, вот после Драгонборна создалось такое впечатление, как будто я уже всю игру прошла и все. Ты, значит, считаешься алхимиком, а? Угу. Мне вот никогда эта наука не давалась. Поэтому ты в страже и торчишь. Че? Так, это кто? Богатей? Извини, но боюсь, я сейчас ничем особо не могу помочь. Я в трауре. Что такое? Ты немного не вовремя. Я оплакиваю утрату дорогого мне человека. А, ну да, точно. Ну, ладно, приятно, извини. Было с тобой поговорить. Угу. В основном ты говорил. Ну да, ладно. Так, нам туда. Пойдемте. Мне как-то фигня, кстати, с колесиком. Такой не мышки. Знаете, вот наушники, шнурок, и там куда-то колдобина, где звук. Меняешь, кто это там ходит? А, это стража. Где звук меняешь? Она раньше прекрасно как-то работала, ну, то есть вообще никаких намеков на то, что она как-то умрет скоро или еще что-то. А в последнее время она вообще не хочет поворачиваться, как будто бы там, я не знаю, клеем туда покапали. И причем, я думаю, что это пыль, конечно, потому что как только начну... Я вот подуну чуть-чуть туда,
и оно начинает нормально крутиться. И при этом, если я ставлю в таком положении, через какое-то время опять попробую покрутить, оно опять не будет крутиться. Пыль себя так не ведет. Не знаю, это странно. Это опять... Это охотники или это наемники? По-моему, это охотники. Харарати. Я уже обошла тебя. Так, это охотники. Что логично, в общем-то. Так, вон он, форт. И вот, кстати, рощица, в которую я все пыталась как-то попасть. Ой, собаки, хитрожопа. Я ее наказала, она все равно пришла, пока я занята. Эх, ладно. Господи, где мы? Какая рощица подозрительная. Синяя поляна. Где у нас там был крик на обнаружение жизни? Склон щуп... А, ну да, я же не взяла. Так, вон там что-то шевелится. Что-то какая-то пустынная, знаете. Ладно, нам туда в любом случае. А, о, что это? А, это ты, господи, не пугай меня. А почему так, так коротко? По-моему, проще было... Далеки, конечно. А, нет, смотрите, нормально, на практически такое же состояние. Еще и магия прокачивается. Так, что это? Медведь. Как удобно по ночам ходить с этой фигней. О, погодка. Сейчас в Питере такая погода. У меня сейчас какое число-то, господи? 24-е, кажется. Июля. Если... Если вдруг кто что не в курсе. А то у меня-то столько серий там записано. У вас наверняка уже август будет. Конец августа, когда вы эту серию будете видеть. Вот. И уже где-то неделю поддерживается такая пасмурная погода. Иногда только под вечер, может быть, солнышко выползет. И меня начинают терзать смутные сомнения, что лето в Питере закончилось. И меня это очень сильно печалит. Потому что предыдущее лето... закончилось ровно в срок. Только наступила осень, то есть сентябрь. Сразу дожди, сразу фу-фу-фу, сразу все плохо. Вот. А тут прям в середине лета. Это как-то грустно. Ну, серьезно. Кстати, где-то моя мега-мега. А, бешенство, вот. Я давно не пользовалась. Я не могу туда попасть. Давайте сохранимся, это еще вылетит. Еще 5 идти потом. Не хочу. Как вот это так засунуться? Чего я не могу подпрыгнуть, закинуть туда? Так. Слушайте, это не тот ли форт, о котором я думаю? Вот это... Где вход? Вот вход. Не знаю, где вы там. Вот. Ой, кто это? Больно, однако. А, подожди, подожди, подожди. Как вас много? Ну, уже придется. Анют, давай. Так, ну тут, тут мне это самое. Мы тоже. Придется только так. А че сюда идут? А, двемерский этот. Черетюсь. Хорошо. Грузись, локация большая, маленькая. Давай. Что-то я вниз спускаюсь. А, может это обход? Сейчас тут спущусь, там поднимусь. Не шевелись. Черт, это мародер. Нет, стрел в толком нет. Хотя нет, я же закупала, подождите. Все должно быть как надо. Однако неприятно. Что это было только что? Ой-о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 й
Ну так зашли на свою беду. Потом Аня придет и будет горькими слезами плакать. Так, хорошо. У нас же есть стрела нормальная. Какого черта? А что это она у меня на этот раз уже видит? О, это был не твоя стрела. Что это было? А это моя стрела. Вот это я понимаю. Так стоять. Все, я тоже. Умная такая. Жительно хочет. Упс. Опять наступила. Не важно. Знаете, вот что хорошо, несмотря на то, что мы даваки, да, прям все крутые-крутые, обычные бандиты все еще представляют для нас угрозу. Это реалистично. Сколько бы битв ты не прошел, тебя всегда может убить какой-нибудь очень удачный выстрел или удар. Реализмусь. Ой. О, черт, зря это сделала. Нет? Да толку-то, блин! От этого удара, крика. Черт, надо... Ладно. Товарищ тут трупом лежит. Хм. Молчатня. Маг. Гребаный вонючий маг. Здесь есть я. Ой, блин, блин, блин. Ой-ой-ой-ой. Твою мать, что ж ты делаешь-то? Быстро. Зидышка. Сопротивление огню. У нас есть что-нибудь? Боже, как же плохо. Что? Электричество. Перчатки члена культа. Подождите. А, вот. Вот они. Чё, перчатки члена культа мне делать? А, я их на память себе оставила. Старых богов. 20% луки. А какие у нас лавины? Взлом и атаки одноручным. Ок. Так, ну, раз уж такое дело. Ресич мы успели. Не, ну на этого упыря что-то не хочется. Чё, куда там делся? О, вас двое? Опа-па. О, вот это-то нет. Стоп. Черт. Гребаные маги. Почему на меня это так хорошо действует, а на всех, в кого я пуляюсь, вообще? Два удара, я уже труп. Как так вообще? О, боже мой. Ненавижу магов. Блин. Анюта, помогай. Блин, что ж такое-то, а? Знаете что? Слушайте, а я, конечно же, в этот ответственный момент. Да. Хорошо. Большой берег, который сейчас мне не поможет, я чувствую. Хорошо, что волк меня через клетку не пытается укусить. Давай, покажись. Ну иди сюда, покажусь. Где ты там? Ой, а вот и ты. Ни следа. Да-да-да, меня тут нету. Все, ушел.
Вам теперь не наступить ни на что. Наше дело хитрое. Гудбай, блин. У тебя свои читы, у меня свои. Говнюк. Черт, 15 стрел осталось. Спокойно. Так, тут кто-то второй бегал, я помню. Либо это наверху. Что? Что они там орут? Там, наверное, Анюта наверху где-то, да? Надо бежать ей на помощь. А подожди, а где вход? А, вон дверь. И вон лестница. А дверь куда? Дверь забаррикадирована. Еще и новичок. Фига. Как интересно. Такой шкафчик потайной, смотрите. Что? А. Окей. Замечательно. Казалось, что там сундук. Знаете, я вот так за угол, как с пистолетом. Ой, здравствуйте. Минус. Нет, тут никого нет. То что, глупости какие. Все, больше ничего не умеет. Блин, отвали, а. Нужно твоего друга немножечко убрать отсюда. Ой, уйди отсюда. Нет, извини. Не сегодня. Ага. А меховая броня для каджитов. Это наш мех. Броня со смехом, да? Так. А, да, это то самое. Та самая. Нет, подожди, не может быть то самое, это другое. Так, дай мою стрелу. Нет, понятно, печально. Нет, это не та самая, я перепутал. Хотя... Чё, похоже. Почему ни у кого из вас нету... ...ключа от этого прекрасного замка? Пошел процесс. Да и понамать. Ладно. Все-таки с тех пор, как я перки убрала с взлома. Жить стало тяжелее. Ладно. Че, ради вот этого? Я ломала? Опять эльфийский лук. Ну как я могу оставить тут золото? Правда ведь? Так, мне не нужен эльфийский лук, пускай он уйдет отсюда. Нужна монетка. Отлично. Сохраняемся. Идем. А где Аня? Небось снаружи там где-то дверец. Хотя, по-моему, это... Я не понимаю. Это то самое место, о котором я думаю. Вроде нет. Не-не-не, оно. Господи, где я? Где выход? Здесь нет моих двумерских руин. Ой, руин, чертежи. А вот и выход, кстати. Нет, стоп, не выход. Где выход? Я помню смутно вот эти все
Я что-то не хочу на тебя заряд тратить. А, во. Во. Папара-папара. Ой, уйди. Вонючки. Закрыйся. Потом у меня к столу лихорадка. И 3 недели парноса. Так, кошелечек. Дневник. А! Повар спрашивает. Повар, да? Мясо. Только вы им подавай. Я им сготовил вкусный жареный лук-порей. Они мне его в рожу швырнули. Я им говорю, пусть принесут мне рыбу или дичь. Я им все приготовлю. А, но те лишь спускают всю палочку на ринге. Хотя, может быть, есть способ достать им мясо. Каннибализмом, что ли, начали промышлять? Ну, то есть, он обиделся. А, собачатина. Либо волков он начал скармливать. Ой. Просто... Тут кто-нибудь есть? Никого нет, конечно же. О чем ты говоришь? Не палимся так вообще. Мне стрелы заканчиваются, ты меня печалит. Дай мне мои стрелы, пожалуйста. А, сколько лука-порея? Возьмем у нас дома. Ну да, с собаками их начал кормить. Ну, волками. Ян, конечно же, не обратил внимания, то, что как в паранормальном явлении у него открылась дверь. Ты главарь, что ли? Ой-ой. Нет, мародер. Сейчас вот от него надо избавиться сперва. Где выход? Это тупик! Хотя нет, это выход. Трам-там-там. А может быть и не выход. Где выход? Ой-ой-ой. Идиоты. Меня тут нет. Никому не побить орка. Я тебя найду. Офигеть, у меня что, получилось спрятаться в шкафу? А, нет! Черт, меня зажопили! Ну это было прикольно. Ой, как вас тут много-то оказывается. Собрала просто всю делегацию. Ой, меня убьют сейчас. Где выход? Где выход, блин, из этого гребаного места? Какая-то бесконечная. О, тупик? Нет. Только не тупик. Где, блин, выход отсюда? Чтобы вообще окончательно. Ой-ой-ой. Значит так. Что-то как-то я... Да. Нафиг вас всех. Ой-ой-ой. Ой-ой, искатель милый. Как-то мне очень больно. Конечно, конечно. Где выход, блин, отсюда? Ой-ой-ой. Значит, так. Разорву твою бабкину сумку. Конечно, конечно. Не надо. Все равно не получится. Так, где там мой мега взрыв? Он хреново работает, я уже заметила. Ой-ой-ой. Хотя, может, не так хреново, как я думала. Упс. Ой-ой. Конечно. Говори. Какие-то дебильные руины.
Я помню, они мне в предыдущий раз еще не понравились. Она пришла, значит, там все-таки есть выход. Анюточка! Берегись. Давай, с двух рук его, гада. Ах ты. Это все, что умеешь? Пошла нафиг. Че, тебе стрела во лбу не устраивает? Ой, она меня сейчас убьет таким помпом. Я начинаю думать, что пора переходить к экстренным мерам. Где он? Он? Так тебе. Стеклянная стрела. Фух. Анька, где ты выход нашла? Это она, что ли, там всех зарубила? Смотрите, за нами больше никто не бежит. Офигеть. Ну, окей. Так, ладно. Они испытали мое терпение. Сейчас они познают мой гнев. Где они? Сейчас так... Ара-ра-ра! Назад! Ладно, нужно найти выход отсюда. Где мои две мерзкие чертежи, черт возьми? Это мне надо через вот этот ад пройти, чтобы, блин, выйти наверх, и чтобы зайти там в какую-нибудь маленькую комнатушечку главаря, да? Подонки. Аня, ну что ты творишь? Так, ладно, где тут был выход? Она реально, по-моему, всех завалила. Офигеть. Так, выход тут где-то... Как сюда попасть? А, вот, а тут ход был, я его не заметила. Просто в панике. Ворочая мышкой. Дырдочку фиг заметишь. Отлично. Так, надо попить, поесть. И выдвигаться. Ах, так, бутылочка с водой, картофельный супчик пошли. Щито. Все, скорее. Боже мой, это было ужасно. Фу, правда, сейчас наверху еще снаружи. Если она их, конечно, не перерубила всех. Нет, не перерубила. Мы опять... Как? Как мы оказались опять внизу? Я же оттуда пришла, отсюда точнее. Почему мы опять здесь оказались? Как это объясняется? О, боже мой. Я ненавижу такие руины. Я просто ненавижу такие руины. Полчаса по ним ходишь, а потом... Поясняешь, что ты пришел не туда, куда надо. Да, да, блин, нам туда вот. Как это сделать? Я думаю, опять волчарни эти пошли. Думаю, что-то знакомое. Вот как мне вот сюда попасть? Где этот проход наверх? Еще не видно ни хрена. И опять тут одна. А, ну вот, для идиотов. Оп! Вот тебе и все. Не надо было никуда идти, боже ж мой. У меня, как всегда, не все не как у людей. Там есть что-нибудь? Вроде нет. Анька? Не важно. Будем надеяться, что она где-то здесь. Уже убила половину... охраны. Фу. Нам всего лишь нужен вонючий черчу. Где я? Я опять внизу. А, вот лесенка.
Так. А, и они теперь внизу все. Ну ты подумай. Ладно. Мне нужны не они. Пускай они там сами разбираются. А не хотела пробиться. Вот. Вперед. Флаг в руки, как говорится. Так, как бы туда попасть, в эту башню? Ладно, потом разберемся. Вот за мастером всегда какая-нибудь хрень, а за учеником брюлики, ну, то подумай, а. Так, мне как-то надо вот в ту сторону. А я смогу с помощью этого крика? Вряд ли, да? Да что ты говоришь, а? Иди сюда. Ну да и нет тебе. Чё ты там про коврик ты говорил? Мне определенно нравится. По-моему, знаете, это мой вариант с двумя все-таки мечами бегать, потому что нас слишком быстро убивают. Когда мы с одним. Нам надо убивать быстро, потому что у нас защита слабая. Я, конечно, об этом думала уже до этого, но... Все-таки как-то не решалась. Я не очень люблю с двумя мечами просто бегать. Но чувствую, придется. Как туда-то попасть? А. Что не дождусь забрать твои деньги? Вот, пошел процесс. Так. Что у нас тут? Ага. Да. Окей. Так-то не то. Где? Не то. Все. Все поняла. Не соображаю, что-то я с утра. Я просто даже не позавтракала. Я налила себе чай, поставила его, он у меня стоит рядом, остывает. Доброе утро. Да блин, год. Да давай, давай, давай. Юху, слушайте, определенно это моя тактика. Слушайте, а это лучше, чем Азидаловой. Я, правда, не хочу на нее одевать норскую, ей так идет Азидаловая. Я рядом думаю, о боже, наконец-то. Чертеж, святая Азура. Ты осветила мне путь. Сокровище гномов. А, это, ну, это вот эта хрень, да. Лунный Лархан? Нет. Легенда, так. Подавление пламени. Ну-ка, чё, сколько? Потеряла. 50! Неплохо. Прикиньте, дракон прилетает, тут же натягиваем на себе другие сапоги. Так, я надеюсь, они все умерли? Да. Отлично, отдыхаем до утра. Все, нафиг, я теперь буду с двумя мечами ходить. Хватит. Надоело. Какое прекрасное утро. Она там еще сражается, что ли? Вернись. Да. О. Привет. С добрым утром. Как дела твои? Кстати, можно ей как раз таки вот эти... А, нет, у нее тапки на электричество стоят, пускай стоят. Против магов будет веселее жить. Что это было? Не знаю. Ах, ну-ка, подождите, все-таки 50, а у тебя? Я все еще здесь. Это хорошо. Ладно, что мне понести? 47. Но зато есть небольшая вероятность того, что ударившие вас в рукопашную будут парализованы. Веди. Паралич это святое. Вон он. Бежал. Второй где? Эх ты, смотри как надо. Блин. С высоты как-то странно стрелы летят.
О, пошел процесс. Скайрим для нордов. А, нет, ты меня обижаешь. Я убью его, я убью его. Нет, я это сделаю. Я это сделаю. Блин, никто попасть из нас не может пока что. Почему я не попадаю? Уху, я же говорю. Хе-хе-хе. Я победил. Так, где-то там еще один упырь должен быть. А, не, вставай на стол, так виднее будет. Они там, небось, бегают где-то. Так, хорошо. Уху! Так, кто, где, куда? Ага. Гудбай. Прости, но так уж получается. Ай, пить недолет. Так, пойдем посмотрим, что у него было. И заберем стрелы наши. Мы следуем пути Леголаса. Стрелы надо собирать. Что? Блин, слишком резкий. Как он так ходит быстро? А, черт, ну что ж ты? Как он... Вы посмотрите на него, что это вообще за чудовище? Как он так ходит? Ну, это бесполезно, я только стрелы растрачу. Воздух причем. Хорошо. Эй, какого? А! О-о-о, нафиг, 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 нафиг. Этот график. Тра-та-та, тра-та-та. Так, пока он там не стреляет. Это было неприятно. Так, пока он целится, быстренько выпиваем. Улучшенный зелень. Посмотрите, сколько нам это добавило. Просто смешно. Ах ты ж твою-то мать. Какой он резкий. Слушайте, что у него за стрелы? Мне он не нравится. Искатель фас. Какой-то он правда. Нехороший. Так, ладно. Как-то надо... Я убью тебя твоим же оружием. Где ты? О, нет, нет. О, нет, нет. Буфа составил. Хороший вопрос. Я тем же задаюсь. Ага. Я тут! Черт, далет. Да ж куда ты побежал-то, блин, идиот, кусок. Сейчас остановился, ты посмотри. Фу, это был миллиметраж. Какой ты резкий. Что у тебя там за стрела? Что у тебя за лук? Что такой болючий? Пафосно спрыгнули, зарубили его. Что у него там было? Эльфийский, двемерский. Эльфийский лук, казалось бы. Странно. Так больно было. Ну ладно, может он мега-лучник. Хотя, потому как он ходил, можно было догадаться. О, господи, хорошо, что я спрыгнула, предварительно забрав все, что мне нужно. Так, мы хотим кушать. Пойдемте тут где-нибудь сядем. На камешке. Или даже на причал. На лодку. Почему мы плавать здесь не можем на лодке? Эх. Аня! Жаль, как-то не для так. Ну, почти получилось! Смотрите. А, нет, сейчас, подожди.
Ну, Кузи, странная манера сидеть. Да ладно, это гаджет. Как будто бы он девочка, и он по-маленькому ходит. Да ладно. Привет! Так, хорошо, надо бы поесть. Ладно, съедим. Почти пустая поели. Лососевый стейк. Луком пореем заживать. Норским медом запить, и все, мы прекрасно себя чувствуем. Надо, кстати, пустые бутылки выкинуть. Потому что мне с этих вин добавляется пустых бутылок, они вон сколько весят. Не хочу так. Все, вот я жажду, вы не вы испытываете легкое чувство. Да ладно, господи. Хватит тебе этого? Еще голодный, ну ты посмотри на него. Мы съели весь свой запас провизии практически, он все еще голодный. Так, ну хорошо, я предлагаю на этом прекраснейшем моменте завершить данную серию. А она была объемной. Серию, как ты странно сказала. В общем, если эта серия вам понравилась, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, посмотрите, боже мой, на канал, зовите друзей. И всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.